Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на видеообзор от Паблита. Сегодняшний мой гость – это Джилов Ультра куртка от известного производителя военного и спортивного снаряжения и одежды для холодной погоды Каринтия. Давайте знакомиться с ним поближе. Куртка поставляется в такой вот сумке, типичной для данного производителя. С одной стороны у сумки прозрачный карман, благодаря которому мы можем видеть цвет куртки, и информационный буклет с штрих-кодом и размером. Для переноски сумки есть такой вот длинный ремень. Сумка застегивается на длинную застежку-липучку. Внутри у нас находится вот такая вот куртка, которую можно носить как утепляющий слой или отдельно. Чем интересно данное изделие? Своим весом, в первую очередь, это 600 грамм для куртки в размере 2XL, и материалами. Материалы у нее действительно интересные и уникальные. Это утеплитель фирменный G-Loft, который греет как пух, но благодаря структуре волокон он не боится длительной компрессии, и его можно хранить в сжатом состоянии достаточно долго, без потерь своих функций и свойств термоизолирующих. Снаружи у куртки Shell-Tex Ultra, он приятный на ощупь, выдерживает легкий дождь, хорошо защищает от ветра. В ключевых местах анатомических, где необходимо растяжение, у куртки эластичные вставки. Это рукава, это бока, это спина. Благодаря этому пользователь, активно двигаясь, куртка не будет съезжать, а находиться на тех местах и греть там, где необходимо. Воротник у куртки достаточно широкий, благодаря этому можно одевать под низ флис, и воротник не будет давить шею. У куртки три кармана, это два в районе пояса, достаточно глубоких. В одном из карманов присутствует бирка со всеми описаниями материалов. И присутствует шильд с материалом, с утеплителем. Большой нагрудный карман тоже позволяет хранить вещи, а также туда можно складывать саму куртку. Сейчас как это происходит, я вам и покажу. То есть мы берем куртку и как бы выворачиваем ее в карман. Не старайтесь делать это аккуратно, это и не нужно, чтобы на ткани не образовывались заломы. А так как каждый раз будет складываться по-новому, куртка у вас прослужит достаточно долго. Молния на кармане реверсивная. И вывернув собачку, мы можем его застегнуть. Вот таким вот образом это происходит. Спешить не надо. Вот такой вот получился у нас маленький мешок, который может служить как подушка, спрятаться в карман. Вы видите, он легкий и маленький, как я говорил, 600 грамм. Когда пользователь замерз, он моментально достает отсюда куртку и одевает. Куртка мягкая, куртка теплая, куртка удобная, куртка уместно в городе как отдельное изделие, куртка уместно как утепляющий слой. Все молнии у нее UKK. Молния основная, длинная, содержит ветрозащитную планку, на которую настрочена тесьма. Благодаря этому куртка не продувается. В районе рукавов, а также снизу, видите, она прострочена эластичной тесьмой, благодаря которой ветер не попадает ни в рукава, ни в низ. Вот такая вот интересная куртка получилась у производителя. Более детально я расскажу о ней в своем обзоре. Читайте блог, подписывайтесь на видеоканал. У нас каждый день новые новости. Спасибо, что остаетесь с нами, и всего вам самого наилучшего. До новых встреч!